нашего канала. Большой-большой привет. Сейчас у нас ночь в Стамбуле. Да, сейчас попьем кофе. В общем, мы собираемся выезжать. У нас даже лица загорели. Представляете, покидаем этот отель замечательный. У Лены на канале вышло видео про отель. Визиточка еще тоже возьму, кому будет интересно. Может быть, будет прямая трансляция. Люди уже спрашивают, как забронировать отель, мне в комментариях. Поэтому еще раз продублируйте на почту, потому что комментарии бывает очень много, и я не успеваю читать. Вы на почту продублируйте, и там я тогда уже отвечу, буду видеть письмо. Может быть, не сразу, но, конечно, отвечу. Так, мы собираемся в аэропорт, у нас вылет 6:30, а 2:30 у нас вывозят, поэтому мы, естественно, не спали. Поужинали в ресторане в родном в предыдущем видео и приняли душ, собрались. И вот Джамал, прекрасный менеджер этого отеля, сейчас предложил нам попить кофе. Персонал хороший, сейчас переключу камеру. Отель очень хороший, в том плане, что правильно Лен сказала, это не люкс, это очень хороший отель, находится в самом сердце Стамбула, на площади Султан Ахмед, очень близко, 2 минуты, и вы находитесь на площади в исторической части, что немаловажно, есть лифт в отеле, поэтому очень удобно передвигаться, красивые потолки, террасы есть, номера разные, ну, у нас был 3-местный бюджетный номер, с Леной на канале, у Лены на канале 4-местный, вы посмотрите номер. Это наши вещи. Вот это вот у меня. Я приехала сюда с ручной кладью. Как-то постараться вот эти 2 пакета не взвешивать. Чемодан не знаю сколько, но в рюкзаке тоже, как говорится, полный. Времени у нас 2:20. Вот. Ресепшн хороший, такой уютный отель. Нам понравился. Завтрак мы вам показывали, поэтому судите сами. Самое главное, что отношения очень хорошие. Просто вот ребята сегодня там вечером собирались на террасе, отдыхали, ну, ужинали, скажем так. В общем, здесь можно прийти поужинать, если вы не хотите в ресторанах что-то взять с собой. Ну, девочки из Астрахани, они пришли, там супы все заварили. Вот. Все. Нам предложили кекс и кофе. Да, конечно, будем. Продолжаем есть. Продолжаем есть. Видите, ребята, этот кофе. Вот здесь проходит завтрак. Еще 10 минут. Нет. Кекс. Как мы кекс пол 3-го ночи не будем? Конечно, будем. Ага. О, спасибо большое. Это домашний. О, как это домашний? Все, короче, борьба с самолетом продолжается. Ну, в день прилета, не знаю, будут силы, не будут силы, танцы. Кстати, я очень рада, что я вас повеселила своими танцами. Ну, за нами приехал опять тот же трансфер, что мы сюда ехали. А мы втроем будем спросить у него? А, люди. О, телефон. А, телефон. Телефон здесь. Ничего себе. С Богом, поехали мы. Покидаем Стамбул по нашему маршруту, уже известному, да? Все, время четко подъехало. У него в машине осталась жена. И сколько детей? 3, да? 3 детей. Это муж. Ну понятно, а детей сколько? Он говорит, я русский чуть-чуть. Я говорю, я английский чуть-чуть. Поговорили про Трабзон, про все на свете. Много раз говорили, что аэропорт большой, и Стамбул красивый. Короче, в общем, но он говорит, я не могу, он уже окно открыл 1 раз, 2 раз. Да, а он засыпает.
Ага. А мы же прилетели, я ничего не видела. А когда мы, когда что видел? А ты раньше видела? Не-а. Смотри, какой лифт красивый. Да. Лифт совсем, да? Конечно. Он огромный. Да, вот этот новый. Классный. Спортсмен. Спорт. Красивые цветочки. Смотри, а вот здесь вот ты видела? Здесь тоже, смотри. Приехали аэропортом полюбоваться. А что мы приехали-то? Мы уже помнимся. Ну да. Так, Департес. Это сюда. Нам, значит, вылет. Бедные дети спят, да, все? Куда же он их повез-то так? Теперь домой, наверное. Ну, домой, да. Но он объяснял в какой-то город, мне показывал, куда он ездил. Ну, нет, ты знаешь же, я не могу запомнить. Ой. Не, я уже сама тоже засыпать, но чувствую, и он засыпает. И я засыпаю. Вот, видишь, написано «Рамадан Мубарак». Это Мубарак? Вот. Да. Сейчас. Ага. Ну, сюда, наверное, можно. Что, Ленок никак подойдет. Целый пакет лекарств тут у нас. Лена кому-то взяла. Очень ее попросили. О, огромный пакет, смотрите. Так. Я аптеку потом пойду. Потом до аптеки, да, дойдем? О, как вы только в отеле пили кофе? Сил никаких нет. Ой, не люблю я поздние вылеты, конечно. 3.43 сейчас. А здесь сколько, интересно, вот эти безделушки стоят? Ну, вообще даже интересно. А, смотри, они уже 125 лир. Да, 125. 125 лир. Я уже успела по 20 лир взять, видели? Перед самым этим. Уже почти в отель шли ночью. Вот, девчонкам с танцев каждому по брелочку. Да, аэропорт, конечно, новый. Мы в старый прилетали. А в новый второй раз уже, по-моему, поезжаем. Второй точно. А здесь уже тоже, наверное, цены высокие. Ну да, аэропорт. Все уже. Зато все есть. Кто не успел купить, мы с вами потом в Дютифри еще погуляем. Наверняка у нас времени будет много. Вот эти уже браслеты. Почем, интересно? 175 лир уже. Видите, ценник какой. 175. Да, все. Эти не написаны. Все открыто, главное, ночь 4 утра, 175 лир. Так, в аптеку пошли. Сколько, Лен, талиход стоит? А? Цены нет? Я купила, по-моему, за 130. Сейчас Лена узнает. Сейчас спросим, сколько стоит талиход. Витамины, что-то все. А талиход, how much, талиход? 130 лира. 130 лира, как в аптеке. Ага, все то же самое. Кто тебе сказал, в 10 раз дороже? Ага. 150 лир. Ничего себе. 750 рублей. Ну, вот это мазь, которую мы покупали. Мне вот эти нравятся штучки, вот эти брызгают они на руки, но вручную кладь их точно нельзя. Это не жир. Вот такие так удобно руки, раз-раз побрызгал. Ну все, не пустят. Где, говорит, вода? Только в кафе. А вот эти что, английский плохо знаю. Конечно, я плохо знаю, но разобраться могу. Ленок,
А мне вот эти штуки так нравятся, на руки брызгать, всякие антисептики. Но их, конечно, никуда не разрешат. Сейчас вытащат все. А у меня и так уже есть крем какой-то там. Нет, я купила. Ты можешь провозить в таре 150 мл, 650, по-моему. Ай, ну у меня есть уже тара-то с этим антисептиком. Ну, слушай, ну нормально. Кстати, ты могла здесь спросить вот это лекарство, которое ты купила. Ну, я его не знаю. Ну, ладно. Еще. Что еще, сувениры посмотрим? Да? Или поедем? Пойдем, там сувениры. Пойдем. Тарелки красивые. Пойдем, посмотрим, пойдем. Смотрите, какие красивые, со Стамбулом. А сколько стоит, интересно? А, 975 лир, прикинь, 675 лир. Это очень, ну они красивые. Ой, ну я такую сумму не возьму. 675, это очень дорого. 545 лир. 250 шарфы. 1615 шарф вот этот, как у меня. Угу. Да. Короче, забрали у нас Линкольн крем, который мы купили с розой для рук. Все, короче. И больше жидкости никаких у меня нет. А, воду, ну, воду выкинули. Воды нещадно выкинули. А, и крем выкинули. Так жалко вообще. Не, ну он же по консистенции густой был. Объем у него очень маленький. Взяли, все забрали, выкинули. Все, мы расстроены. Конечно. Я и спрашивала. Ну да, ему, конечно, каждому свое. Так, ну что, посмотрим немножко в duty free тогда, да? Видите, все в праздник. Найдем сейчас. Мини-тоны. Лучше так. Вот здесь, смотри, здесь огромные. Пойдем в duty free тогда сразу, да? Смотрите, все к празднику, видите? Рамадан Вилледж, целую деревню сделали. Бесплатное фото написано. Смотри, все, городок целый. Стамбул аэропорт. Так, теперь мы пойдемте посмотрим. Вот здесь у меня такое ощущение, что мы недавно здесь совсем были, да? Вот в этом месте проходили, помнишь? Он пакет оборвался. Ну что, стамбульский duty free. Вот это со скидкой, Лен, 50% всегда у них стоит тут. Смотри, а, купи две, будет на третий будет скидка. А цена, смотри, 119, 90 евро. 92, 129, Прада. Ну, короче, надо купить две, и третья будет со скидкой. Ну да. Зачем нам такие? Не, ну пойдем посмотрим вообще. Гуччи. А это какие-то новые Гуччи появились. 289 лир. Очень такие хорошие. Ой, лир, говорю. Все уже, евро. Очень такие хорошие, как это наши. Не знаю. А это вообще, смотрите, 359 лир. Ну, да, конечно. Они же не открываются по дорожке. Мне вот это не понравилось. А, масло. Не, масло. Ой, фу. Масло. Редкостная гадость. Bad boy, плохой мальчик. Это надо снять. Где-то на лице тоже купили камеры. Ну, были по акции или так далее. С какой стороны? Не помню. Bad Boy стоит 77,90. Сколько? 77,90. Это дешево? Нет, туфли 134,90. Пойдем дальше смотреть что-нибудь. Что нам это? Сейчас, давай там... А, вот, Том Форд. Пойдем вот эти дорогущие духи посмотрим.
Сейчас я хочу вот здесь посмотреть. Самое, говорит, хорошее это белый. Вот хочу белый запах. Как говорят по-новому, послушать. Ой, тени какие красивые, Том Форд. Сколько же, интересно, они стоят. Вот, смотри, самые вот эти вот. Сейчас хочу. Вот эти вот. Мне нравится. Вот цены. Какие они стоят? 200 евро все. У меня табака ванит. А ты не покупала их? Покупала. Я и помню, что покупала. Да. Белые, мне кажется, да? Нет, у меня табака ванит. А? У меня вот эти вот. Вот эти маленькие. Мне вот эти тени понравились. Сколько они стоят, интересно? Сколько вот эти тени стоят? Совет. У кого спросить, да? Ну, наверное, 3 дорого, да? Тоже, наверное, 200 евро. Ну, а ты кисточку попробуй. Да не, они хорошие, эти тени. И вот эти золотые, но мне вот эти нравятся. Я тут помаду тогда себе покупала. Не, тени классные. Ну, а объясни, хорошо. Ну, мне нравятся блестящие, они хорошо отжаются. Смотри, какие блестящие. Ну, и где? Я люблю. Сейчас не у кого узнать. Не у кого узнать цену. 279 лир. Не видно, сколько они стоят. €54? €74. А, 74 евро, да? Ага. 74 евро. Угу. Интересно, картой можно заплатить? 74 евро. Почти 7400 будет. Да, ну? Так, ну что, духи? Понятно. Но тени эти классные, конечно. Ну, 7400, 74 евро. Ладно. В следующую поездку куплю. Вот, там муаш, Лена, еще все хвалят. Прям вообще. У кого же это было муаш? А цена? Не знаю. Вот эти вот белые. Сколько они стоят? 309. Или вот эти вот. Вот эти. Нравится? Арбузы поп? Или нет? Угу. Да? Не знаю. Надо на руку. Вот эти самые вкусные. Это? Мне вот эти понравились. Ну-ка, эти. В общем, из всех мне понравился вот этот амуаш. Очень самый приятный. 309, но это набор какой-то. Ладно, идем дальше. Ну, приятный вот этот вот. Фруктами, да. Очень классный. Валентина духи, 92 евро. А эти сколько стоят? Вот эти вот, это как будто все делают сейчас просто для запаха, да, вот этот. Ну, здесь уже 4,50. Да, да, да. 4,50 евро. Ладно, пойдем дальше изучать. Слушай, вот здесь вот спокойно подходишь. Хочешь, побрызгался, да? Никто слова не скажет. У нас такого нет. О, пойду-ка я к Пола. Давай посмотрим на минутку вещи. Что, давно? Пойдем. Интересно, сколько они здесь стоят? Слушай, уже сон пропал, да? Согласись? Просто интересно. €90. Ну, короче, 9000. Да. Ну-ка, это... 170 евро.
170, это сейчас как 17 тысяч почти, практически, да? Ладно. Идем дальше. Вот такие вот была распродажа в Таиланде. Вообще, вот их просто покупали все на ура. Ладно. Ну что, пойдем вещи какие, не вещи, а эти, еду посмотрим, конфетки. Лего нам не интересует. А это что, по акции или что это? А это тоже духи? А, нет, это Мэн 119. Бугары тоже духи, да? Слушай, у меня и здесь все висит. Это что такое? Для сна? Супер мульти коррекция, коррективный крем. Ну, это сыворотка, короче, какая-то. Mm-hmm. Тест есть. Дыши, вся косметика есть. Алкоголя тьма здесь. Слушай, какой богатый выбор, мне кажется, алкоголя, да? 9,90 мартини литр стоит. 10. А полтора литра 15,90. Ну, 9,90 тысяча рублей. Ну, у нас по акции тоже так же стоит, да? Я не знаю, мартини не очень. Бехеревка, смотри, 19,90 евро. 20. Две штуки. А, это Ягермастер даже. 20. 2 тысячи по 1000 рублей получается. Ну, у нас дороже намного. Смотри, а это вообще здоровый. А как же узнать-то? Это, смотри, 19,90. Ну, это 20, короче, грубо говоря. Это 2 не по 0,5, а это литр. А, литр. Всего, литр со стаканчиками. Ага. Да. Так, апероль. 15,90 евро. Ну, были с 15,90 маленькие. О, какие виски, смотри. 450 евро. 279, 229. Джонни Уокер. 54,90. А это по акции, смотри, 37,90. Большая бутыль, литр. У нас дороже, да, сейчас все стало? У нас никаких нет. А, уже нет? Конечно, нет. Угу. Нет, у нас вот я Ягермастера видел, в Питерске, на 2800, по-моему, на 5-м дорогу. А вот такие я английские видел. Вот этот видел. Барантай 17,90. Перед Новым годом он был 1300 на 5. А здесь 1000. Лентик. А, это литр. Да. 1790. 1300 на 5, прикинь. Да. 49,90. 89,90. Это протон. 184. А мы были... А, в Таиланде, говорят, нельзя снимать тут. Мы зашли в Таиланд, дьюти фри, там такой дьюти фри маленький был. Говорит, снимать не взяла. Пошли дальше смотреть, сладости какие. Так, сигареты нам не нужны. С конца и края нет, да, все? Во, пойдем к сладостям посмотрим. Смокинг, кальян здесь можно купить. Табак, вот смотрите, продается. 12,90. Табак для кальяна, я так понимаю, да? Раз кальян стоит. А, это какие-то банки, смотри. Что это за банки? 11,90. А что это банки? Что это? Варенье или что? А нет, это тоже жевательный табак. Пойдемте в сладости. Мы не курим, слава богу. Никто из нас не курит. Так, 14,90 евро. 22,90 евро. 22,90 скидка, видите, написано. Покупаешь 4,
купи 4, одна в подарок, наверное, а плати за 3. Купи 4, плати за 3. Три штуки. А, не, не 3. Нет, 3. 45,90. Слушай, ну тут, конечно, цены уже, да, такие? Ну, конечно. А смотри, как красиво. 99,90 кто не купил. Не, ну зато все равно есть возможность каждому купить. Кто? А вот какие красивые коробки. 23,90. Было бы это вот в лирах, да, цена? Мы бы сейчас купили бы все. То же самое. Возьми 4, плати за 3. Очень много. Пойдем дальше. Сладости. Чай гранатовый. 11,90 евро. $51,90 такие сладости. $64,90. $64,90. $64,90. $45,90. $19,90 такие вот 4 коробочки. Ну, 20 евро считайте. Сейчас посмотрим в билете. 6:30 вылет. Сейчас посмотрим. Все как красиво все сделано. Не-не, давай сейчас спросим. Она говорит вниз спускаться. О, 220 сэндвич. Огромный магазин Вайкики. В общем, это знаете, кто летит? Вот не... А, ну все равно регистрация все равно открывается. Хоть ты как летишь, все равно будешь ждать. Пока, ну, не так много времени. Не как у нас Шереметьево приехал. Аэрофлот. Можно 5 часов ходить, сколько хочешь. Вот. А здесь совсем по-другому, к сожалению. Поэтому мы очень много не увидели. Вам не показали. Но в любом случае вы имеете представление, что огромный-огромный дьюти-фри. В аэропорту города Стамбула. Самолета нам дали, как всегда, на крыло. Времени 5:30. Сейчас мы взлетаем. Мы, как всегда, с вами тапочку в самолете одеваем. Сейчас ленимся. Можно будет включить. Как бы, ну, зарядку подключить, да, раздеть уже. Ой, я куртку там оставила, не замерзла. Там в рюкзаке. Еще вопросы.
Ladies and gentlemen, the aircraft is ready for takeoff. Please ensure that all electronic devices are turned to a flight mode or switched off. Your seat belt is fastened, your seat is in the upright position, and your tray table. Отлично, девочки, мальчики. Вон папа заезжает, вижу, через шлагбаум.
Да, так что погода у нас плюс 18 градусов, очень тепло. Сейчас доедем домой. Не знаю, Юра дома, не дома. Потом покажу, что я купила. Ну, только продукты питания и все. Больше мы ничего не купили. В следующем видео вам покажу. На этом заканчиваю видео. Все, увидимся с вами вновь. Всем большое спасибо за ваши хорошие комментарии, за позитив. Всех люблю, целую. Пока-пока, мои дорогие.